оптимизировать время, потому что, как вы знаете, время – деньги, и мы должны уважать время наших предпринимателей, наших партнеров. Поэтому я всегда старался простимулировать интерес наших партнеров, наших предпринимателей и показать этот ключ к успеху. А затем рассказать вам, как можно установить наше приложение. Но сегодня я хочу немножко поменять мои привычные действия и придать дополнительную ценность нашей встрече. Давайте перейдем к следующему слайду. Сегодня мы будем говорить о бизнесе. Как же делать бизнес с проектом YouGain? Но перед тем, как начать эту тему, ту ценность, которую хочу поделиться с вами, давайте начнем с того, что я вовлечен в эту деятельность, так как я люблю свою работу. Я люблю работать в сфере бизнеса. Также мне нравятся те люди, с которыми я работаю. Я люблю моих сотрудников, а также я люблю делать бизнес. Поэтому ключевое слово сегодня – это любовь. Может быть, кто-нибудь из вас сейчас подумал, какое отношение имеет любовь к бизнесу, к людям. Но вы знаете, я считаю, что это действительно очень важно. Потому что когда ты достигаешь определенного уровня, и ты любишь все то, что ты делаешь, значит, ты достиг успеха. Так как мы действительно отдаем все наше время, мы можем бороться с трудностями лишь для того, чтобы получить эмоции благодаря той любви, которую мы питаем к нашему делу. Поэтому, если мы любим нашу работу, если мы любим наше дело, нам абсолютно будет несложно преодолевать препятствия, и результаты будут однозначно великолепными. Потому что как раз-таки то время, наши силы, которые мы будем посвящать данному бизнесу, если все это будет сделано с любовью, поверьте, результат будет просто превосходным. Сейчас я хотела бы вам привести небольшой пример. Пример из моей жизни. Я хочу с вами поделиться этим примером для того, чтобы вы подумали о вашей жизни, о вашем опыте, о вашем рабочем опыте, а также о вашем опыте в бизнесе. Если вы согласны, пожалуйста, поставьте мне плюсик в чате, и я продолжу. Во-первых, я очень рад получать от вас обратную связь, а также иметь с вами общее видение, потому что очень важно идти вместе и иметь идеи, которые нас объединяют. Поэтому каждый из нас прошел свой путь. И поэтому мы попадаем в сложные ситуации, в опасные ситуации. И если вдруг мы не любим то, что мы делаем, если у нас нет цели, которую мы должны достигнуть, в таком случае мы не замотивированы, нас ничто не движет. Поэтому
первый раз, когда я открыл свой бизнес, никто мне не посоветовал сделать правильный шаг, но было что-то внутри, внутри меня, что стимулировало меня, давало мне нужный импульс, нужное движение. Это как раз-таки те эмоции, которые позволяют тебе понимать, что ты живешь в этой жизни для чего-то. Поэтому, когда я уже открывал свой второй бизнес, вы только представьте, я тогда участвовал в тендере, и у меня даже не было денег для того, чтобы поучаствовать в тендере. Но у меня было настолько сильным желание, чтобы достигнуть этой цели, и те эмоции, которые были внутри меня, смогли меня меня сподвигнуть в тот день, когда я участвовал, в этих торгах в тендере. И, как вы знаете, как раз-таки победитель этих торгов получал в аренду, мог арендовать либо приобрести помещение. Как я сказала ранее, у меня уже не было денег, но я все-таки отправился в офис, где проходили торги, и я не знал, как мне правильно действовать. Но то сильное желание, которое было внутри меня, то желание, которое меня, скажем так, двигало, чтобы я решил эту проблему, и у меня получилось найти деньги, чтобы поучаствовать в этих торгах. Я нашел деньги тем же утром, то есть в день проведения торгов. Поэтому, что я хотела сказать, приведя вам этот пример? Если мы делаем вещи в нашей жизни спустя рукава, и это все не приносит нам эмоций, это не будет нам давать нужный опыт. Но если же мы, наоборот, будем действовать до конца, а также будем любить то, что мы делаем, у нас будет все получаться спонтанно, и намного легче будет добиваться всех целей, которые мы себе поставили. И так мы получим то, что мы хотим. Поэтому я хотела бы сказать, любите со всем сердцем все, что вы делаете. Потому что иногда кажется, что эти слова банальны. Но, поверьте, я вам не сказал ничего нового. Эти вещи мы все прекрасно знаем. Эти вещи мы слышали в школе, в университете, на работе. Но иногда мы не обращаем внимания на эти фразы и не понимаем, что это может быть вашим стилем жизни, образом жизни. И очень часто мы погружаемся в рутин и не делаем нашу работу с любовью, потому что это как раз-таки то чувство, то интенсивное чувство, которое позволяет тебе делать то, что тебе нравится. Поэтому я делаю только то, что мне нравится. Я делаю это с большой любовью, и я получаю все, что я хочу, потому что это те вещи, которые тебе нравятся и которые могут тебе дать нужные эмоции, нужный опыт в твоей жизни. И эти эмоции, этот опыт никто не сможет у тебя отобрать. И поверьте, все это стоит больше, чем деньги. Потому что деньги — это лишь последствия, это лишь результат этого пути. Поэтому если вы будете делать все с харизмой, успех не заставит себя ждать.
Поэтому напишите, пожалуйста, сейчас в чате от 1 до 10, что вы думаете о моих словах, о любви, о том, что все необходимо делать с большой любовью. Для меня это важно, для меня это очень важно. Я бы хотела узнать, думаете ли вы так же, либо у вас другое мнение? А также мне хотелось узнать от моих коллег и от наших партнеров из других комнат, вы можете активировать свой микрофон и высказаться, что же вы думаете по этому поводу? Скажите, есть ли желающие? Если да, то активируйте ваш микрофон, и мы поймем, действительно мы ли мы движемся в одном направлении, одна ли у нас идея. И так мы узнаем, куда же направить наш бизнес и куда мы с ним придем. Я не слышу по-русски. Итак, что у вас написано в чате? Пожалуйста, переводчики, могли бы мне подсказать, какую цифру поставили ваши слушатели, как прокомментировали, потому что в итальянском чате одни десяточки. Кто-то написал даже 100. В испанском чате у нас тоже десятки и очень много комментариев с тем, что согласны все сомнениям Драгоша. Нидерландский чат 8, как знак бесконечности. Спасибо большое. Я очень благодарен за эту возможность взаимодействия со всеми нашими чатами. И все это нам позволяет понять, что то, что мы делаем с большой страстью и большой любовью. Давайте перейдем к следующему слайду. И здесь я хотел бы вам показать и рассказать, что в нашем бизнесе есть большие возможности, которые позволят всем вам конкретизировать вашу работу. Здесь мы с вами увидим детально наши бонусы, которые мы будем получать за нашу работу. Как только мы начнем делиться рабочей системой, системой внедрения Югейн бизнеса, вы только представьте, что когда мы создавали эту экосистему, 4 вида бонуса, эти 4 бонуса могут быть заработаны всеми партнерами, которые будут продвигать наш бизнес. Давайте начнем с первого бонуса. Это абонентская плата для предпринимателя, который принимает решение использовать программное обеспечение Югейн в своем бизнесе для того, чтобы улучшить свои продажи, улучшить свой функционал работы. Поэтому здесь мы решили создать различные возможности оплаты для того, чтобы прийти навстречу предпринимателям, которые сейчас находятся в кризисе. Поэтому мы подумали также предоставить возможность ежемесячной оплаты. Но
Таким образом, предприниматели могут оплачивать $30 в месяц. Если мы умножаем на 12, то получаем $360 в год. Но если же предприниматели решат сэкономить, тогда для них более выгодно будет приобрести годовой абонемент за $300. Но на этом слайде вы видите, что $300 перечеркнуты, и рядышком стоит цифра 150. Что же это означает? Это означает, что в день официального запуска, и здесь я хочу вам сказать, что уже совсем скоро мы с вами поделимся этой новостью, когда же произойдет это великолепное событие. Но плюс-минус хочу вас сориентировать, что это произойдет в середине марта. Это первая новость, которую я хотела с вами поделиться. Поэтому следите за нашими новостями, проверяйте личный кабинет, все официальные новости, потому что совсем скоро выйдет новость с датой, с официальной датой запуска. Еще раз повторюсь, это будет середина марта. На этой табличке, которую вы видите перед своими глазами, мы предположили систему, которая позволяет, благодаря коммуникации предпринимателей, и этот абонемент может действительно быть для них бесплатным. Каким образом абонемент может быть бесплатен? Вы видите, что написано в первой ячейке. Предприятие либо бизнес умножить на 8. Если предприниматель поговорит еще с 8 коллегами, то мы можем увидеть, что со временем эти 8 предпринимателей, которые также будут приобретать тот же сервис, то есть абонемент, они также смогут получить все те бонусы, которые предлагает наша программа, а вы получите свой бонус, который покроет абонентскую плату. Давайте проанализируем вместе. Я предполагаю, что являюсь предпринимателем и являюсь агентом YouGain и хочу зарабатывать по максимуму. Поэтому здесь в первой линии я получаю 15%. То есть от абонементов $30 я получаю $4,5. Если же продаю абонемент годовой, то получаю $22,5. И это только за одну продажу в первой линии. Но если же я продам абонемент своим 8 коллегам, то во второй линии я получаю 8%, и скажем так, что это даже не та работа, которую буду выполнять я, но мне стоило постараться только поработать с моей первой линией. И здесь я буду зарабатывать $19.20 за месячный абонемент и $96 за годовую подписку. Если это сообщение получат все предприниматели, и, как говорила моя бабушка, если ты смог сэкономить деньги, значит, ты их смог и заработать. Поэтому обязательно эти 8 предпринимателей поделятся и с другими коллегами. И вы видите развитие третьей линии, которая может вырасти до 64 предпринимателей. И здесь в моей структуре уже, может быть, 64 человека. Зарабатываю 5% с третьей линии и
получают $96 за продажу месячных абонементов, и за годовые абонементы получают $480. По-моему, это неплохая цифра. И вы видите, что экосистема растет, эта экосистема мне дает всевозможные бонусы. И если вы предприниматели и не знаете о всех этих бонусах, я вам рекомендую поучаствовать в нашей пятничной презентации, где мы будем говорить о продукте YouGain. Во-первых, мы будем говорить о канале коммуникации, который помогает нам трансформировать ваших клиентов в лояльных клиентов. А вторая опция – это увеличение вашей клиентской базы, потому что мы занимаемся кросс-маркетингом. Поэтому я вам рекомендую открыть для себя этот невероятный проект. А здесь я хочу вам делать некоторые подсказки, которые вам помогут понять, что у предпринимателей есть определенные расходы, но эти расходы можно покрыть благодаря тому заработку, который мы получаем благодаря нашей работе, благодаря нашей концентрации и благодаря той любви, с которой мы ведем все дела. И все это может быть решением всех болячек предпринимателя, потому что вы же видите в этой таблице, что сеть предпринимателей растет, и, соответственно, растут ваши заработки. Вы можете получить это приложение бесплатно, потому что работа вы сможете покрывать изначально свой абонемент, а потом зарабатывать действительно серьезные цифры. И сейчас бы я хотел перейти к последней колонке, где мы видим, что вы можете зарабатывать в глубину до бесконечности и получать распределяемый процент. И это та работа, которую мы делаем с любовью. И если вы действительно уверены в том, что вы делаете, а еще и следуете всем срокам, то, соответственно, вы сможете покрыть все расходы вашей компании. Давайте перейдем к следующему слайду. Второй бонус, который мы также получаем от стоимости клиентского абонемента. У клиентов уже свое приложение, которое они скачивают для того, чтобы получать дополнительные скидки. Оплачивая абонемент, но это, скажем так, не обязательная опция, здесь уже решение принимает сам клиент, но оплатив этот абонемент, они получают возможность иметь повышенные скидки и начать строить их многоуровневый бизнес. Поэтому приложение они скачивают бесплатно и уже имеют две линии, два уровня в глубину и начинают зарабатывать. Поэтому даже не оплатив абонемент, они уже могут зарабатывать по нашему маркетинговому плану. Но давайте сейчас посмотрим, если же все-таки клиент принимает решение строить свой многоуровневый бизнес, они также будут получать 15% в первом уровне, если они принимают решение быть агентами, пройти обучение и работать засучив рукава. Так как очень важно также постоянно совершенствоваться, расти. Я становлюсь профессионалом, потому что я
учился, потому что я участвовала в наших обучающих курсах и делюсь этой возможностью, так как это со временем может стать настоящей профессией. Первый уровень 15%, второй уровень 8%, третий 5%, четвертый процент также 5%, а уже с 6% в глубину мы получаем 17%, но не забывайте, что это распределяемый процент. И здесь мы говорим о, как о месячном абонементе, так и о годовом. Чуть дальше мы посмотрим детально маркетинговый план, но единственное, что я хочу вам сказать, это что наша компания дает великолепную возможность как предпринимателям, чтобы покрывать свои расходы и войти в нашу экосистему, которая будет защищать их, так как вы создаете объединенный бизнес с вашими коллегами. Мы затем посмотрим, до каких процентов можно дойти благодаря нашему бизнесу. Поэтому люди, обычные клиенты, которые хотят увеличить свои заработки, либо не имеют работы, я считаю, что это просто великолепная возможность. Сейчас давайте перейдем к следующему слайду. И посмотрим на третий бонус. Здесь все зависит от мировой экономики. Здесь нужно обязательно проанализировать все. Именно движение экономики в мировом контексте. Что это значит? Я сегодня предлагаю скачать бесплатно приложение моим клиентам. Клиенты могут быть местные, а также это могут быть туристы. Что же я хочу сказать вам этими словами? Я бы хотел до вас донести очень важную мысль. Клиенты, которые являются туристами, будьте здесь внимательны. Они приобретают мой продукт, либо получают сервис, а затем возвращаются домой, в Америку, в Южную Африку, а может быть, в Северную Европу, я не знаю, в Азию, Австралию, да в любую страну. И когда они вернутся, они все равно будут находиться в экосистеме YouGain. Они будут находить бизнесы уже в их стране, в их городе. И также они увидят сервисы, которые будут предлагать им дополнительную скидку, а также хорошее качество. Поэтому люди будут заинтересованы, чтобы сэкономить от 10 до 15%, и поэтому, конечно же, они будут искать магазины, а также бизнесы, которые находятся в экосистеме YouGain уже в их стране. Поэтому те люди, которые скачали приложение у вас, будучи туристами, потом они уже вернулись домой и будут тратить свои деньги в своем городе, в своей стране, но они будут подключены через вас. Они также будут привязывать свою банковскую карточку к системе, а может быть, нашу партнерскую банковскую карту. Поэтому именно в зависимости от той суммы, которую будет тратить клиент через наше приложение в нашей экосистеме YouGain, мы, как предприниматели, до 5 уровня будем зарабатывать. В первом уровне мы будем зарабатывать 0,1 от транзакции. Второй уровень 0,15%. Также от транзакций. Третий уровень 0,2%. Четвертый уровень 0,25%. И на пятом уровне мы будем получать 0,3%. Вы видите, что процент постоянно растет.
И все будет зависеть от вашей сети, насколько она будет развита. Поэтому этот бонус невероятен, так как он создает вам пассивный доход от тысячи людей, которые скачали приложение через вас и войдут в нашу экосистему, а также захотят зарабатывать и получать первый бонус. И поэтому они также приобретут абонемент, и от них вы будете получать также процент. Давайте перейдем к четвертому бонусу. А здесь мы уже видим процент, который решает выплатить предприниматель за рекомендацию его услуг друзьям. Поэтому я бы назвала это такой премией, приветственными баллами. Может быть, даже кэшбэк. Кэшбэк, который имеет три уровня. И здесь уже процент будет настраивать сам предприниматель. Поэтому предприниматель увеличивает количество клиентов в своей базе данных благодаря сарафанному радио. Вы только представьте, что примерно 70% человек занимается рекомендациями продуктов, сервисов абсолютно бесплатно, лишь только потому, что этот человек пережил позитивный опыт, поэтому он делится этим местом. Если я хорошо поужинал в ресторане, я обязательно порекомендую его друзьям. И вы знаете, что я добавлю? Я скажу моему другу, ты обязательно передай, что это я тебя отправил, и я с этого ничего не имею. Но мне приятно, что я посоветовал хорошее место другу, а также хорошо поужинал в этом месте. Поэтому предприниматель за рекомендации, за сарафанное радио будет дарить нам баллы. Поэтому Даже если я со временем смогу получить что-то бесплатно от предпринимателя, что-то в подарок, но он все равно от этого выиграет, даже угостив меня, потому что его сеть будет расти, потому что я буду рекомендовать его бизнес либо товар своим знакомым и друзьям. Вот сейчас мы с вами увидели 4 наших основных бонуса. А сейчас давайте проанализируем наш маркетинговый план. И здесь бы мне хотелось сказать 2 вещи предпринимателям, которые меня слушают. Вы знаете, иногда, когда мы анализируем информацию, мы обязательно составляем какое-то свое мнение, потому что у нас есть личный опыт. Поэтому этот личный опыт нам позволяет оценивать то, что мы видим, то, что мы слышим, а также ту информацию, которую мы получаем. Поэтому я, пожалуйста, прошу вас оставить все предрассудки, очистите ваш разум и обнулите ваш опыт, ваш прошлый опыт, и попробуйте проанализировать ту информацию, которую сейчас я вам дам. Потому что это не та информация, которую вам сейчас расскажет Драго Станчо. Нет, это информация, которую диктует нам рынок. Давайте переключим, пожалуйста, слайд. Итак, что же нам диктует сейчас рынок? Вы знаете, что многие компании находятся в кошмарном состоянии из-за пандемии и коронавируса, и все это нас приближает к серьезному кризису.
С одной стороны, коронавирус — это все-таки негативная вещь, но я в нем вижу определенные плюсы. Поэтому для меня стакан наполовину полон, а не пуст. Поэтому там, где есть определенная проблема, а также снижение экономики, обязательно будет новый запуск. Я бы даже сказала, перезапуск. И экономика будет намного сильнее, чем была. Даже тогда, когда у нас были золотые времена, мы сможем преодолеть этот сложный период и быть еще лучше. Но, к сожалению, у нас сейчас есть то, что мы имеем, и мы живем в настоящем моменте. Что же хочу я вам сказать? Сейчас вышли несколько статей в официальных газетах, в международных газетах, такие как New York Times. Это очень важная экономическая газета, где большие компании, большие франчайзинги находятся в кризисе. По какой причине? Я начал задавать себе вопросы. Почему эти гиганты мировой экономики сейчас находятся в таком тяжелом положении? Те объемы, которые они получали, миллиарды долларов, сейчас эти компании вынуждены закрываться. А вы знаете почему? Потому что у них не было нужного разделения и распределения выручки, а также по причине отсутствия экосистемы. Мы хотим создать экосистему. И, может быть, вам кажется, это какое-то сумасшествие, но поверьте, если ты не сумасшедший, то ты не сможешь добиться больших результатов. Поэтому делай свое дело с любовью, и обязательно ты сможешь достигнуть всего, чего желаешь. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вторую колонку, где указаны все проценты. Вы должны помнить, что мы распределяем 55% от нашей прибыли, то есть от продажи абонементов YouGain бизнеса. Поэтому я очень прошу вас сейчас написать мне в чате. Цифру, которая сейчас, в настоящий момент, выражает вашу эмоцию. Пожалуйста, напишите, насколько вы счастливы. Насколько вы взволнованы услышать эту новость? То есть 55% – это цифра, которую компания решила распределить между партнерами. Все это означает, что вы сможете решить все свои проблемы, закрыть все свои затраты. Но я тоже должен от вас попросить определенного участия. Потому что даже если мы создали бизнес, даже если этот бизнес успешный, вы все равно должны работать усердно. Вы должны работать с определенным планом, но об этом мы с вами поговорим на следующем слайде. Как я говорил вам ранее, во втором бонусе, пока не переключайте слайд, минуточку, я еще не закончил. Я хотел бы закончить с нашим маркетинговым планом, поэтому, как я вам говорил, во втором бонусе люди могут увеличить, получить повышенную скидку, а также начать зарабатывать с двух уровней 5% в первой линии и 3% во второй. То есть
просто скачав бесплатно наше приложение, не оплачивая никакой абонемент. То есть пользователь здесь не тратит ни доллара, а уже начинает зарабатывать. Я считаю, что это большая возможность для тех людей, которые ищут работу. И если вы не знаете, как выполнять эту работу, оплатив абонемент, во-первых, вы удваиваете свои заработки. С 5 вы зарабатываете уже 10% в первой линии, 5 во второй, и добавляете еще и третий уровень с 3%, и получить доступ к обучению. И здесь я хочу отметить, что как только вы получаете доступ к нашему обучению, становитесь участником нашего VIP-клуба, который дает невероятные возможности и обучение, которое вы получите, имеет стоимость более 10 тысяч долларов, но у вас это все будет бесплатно, если вы будете участником VIP-клуба, а также оплатите наш абонемент. Абонемент можно оплачивать помесячно, благодаря тем комиссиям, которые вы будете зарабатывать. Поэтому можно сказать, что абонемент получается для вас бесплатным. Давайте проанализируем третью колонку, потому что она действительно важна для тех, кто хочет строить карьеру. Итак, я хочу стать партнером, я прохожу обучение, и также я должен найти как минимум одного предпринимателя, который купит абонемент. Здесь я зарабатываю 12% в первой линии, 7% во второй. Вы видите, что процент увеличивается по отношению к пользователю с абонементом и без. Затем 5% третья линия, и добавляется еще один уровень, где я зарабатываю 3%. Я прохожу обучение, становлюсь агентом, и уже я понимаю, как работает маркетинговый план, и здесь также мои заработки начинают расти и доходят до 15% в первой линии, и я начинаю строить мою карьеру, и с ранга агента до президента вы видите, что мы зарабатываем одинаковый процент до 5 уровня включительно. Потому что политика нашей компании такова, что мы выплачиваем одинаковый процент с ранга агента до президента. Мы платим за ту работу, которую выполняет промоутер. За ту работу, которую выполняет предприниматель. То есть мы здесь не платим больше тому, кто пришел первым. Нет, здесь так не работает. Для нас все одинаковы. И поэтому я бы хотел здесь поаплодировать нашей компании за этот невероятный маркетинговый план. Но в чем же разница? Разница начинается с ранга консультанта. Как же я могу стать консультантом? Участвуйте в наших обучающих курсах. Пройдите этот путь. Приобретайте наши услуги. Становитесь участниками VIP-клуба. И вы откроете для себя, как же стать консультантом. Но здесь я могу вам дать определенные подсказки, которые действительно смогут зажечь вас такие эмоции, которые будут стимулировать вас расти, потому что все, что вы делаете сегодня, будет результатом завтрашнего дня. И помните, что если у предпринимателя нет плана «Б», так как он был уверен в своих силах, он зарабатывал много, а сегодня он закрыл свой бизнес, потому что у него не было магического шара, где он мог увидеть, что появится такая болезнь, как коронавирус,
либо наступит пандемия и локдаун, либо, может, потому что у него не было нужного обучения. Именно поэтому я попросил отбросить все предрассудки, потому что если в будущем вы не будете участником экосистемы, вы не будете делиться информацией, и у вас не будет нужного обучения, которое будет идти в ногу со временем, поверьте, все, если у вас всего этого не будет, это приведет к вашему разорению. Вы видите, как эволюционирует рынок, как эволюционирует маркетинг, поэтому нужно обязательно обучаться. И мы предлагаем это обучение в одном пакете, который вы можете получить, став частью экосистемы YouGain, начиная с ранга консультанта. Потому что, как вы видите, шестой линии мы зарабатываем 4%, а затем, когда мы переходим к седьмому уровню, вы видите рядом с семеркой знак бесконечности. Этот символ означает благосостояние, а также все то хорошее, что связано с богатством. И поверьте, вы это все получите, если вы действительно будете открыты и готовы к изменениям, к тем изменениям, которые сейчас происходят на мировом уровне. Поэтому я от ранга консультанта буду зарабатывать от 2 до 4%. Я напоминаю, что это распределяемый процент. Затем 6,5% для менеджера. Лидер-менеджер будет получать максимум 8,5%. Топ-менеджер 9,5%. Вице-менеджер 12%. И президент 17%. И повторюсь, что это все распределяемый процент. Поэтому вы видите все те проценты, которые может получить президент, просуммируйте с первой линии до седьмой и в глубину, сколько может зарабатывать президент. То есть как максимум 55%. Это тот заработок, который сможет позволить вам покрыть все расходы. А плюс, благодаря обучению, вы можете стать профессионалами в вашей сфере. И никто не сможет поставить вас на колени. Ни одна ситуация, ни один человек. Поэтому обучайтесь. И лишь только благодаря плану Б вы сможете выйти из любой сложной ситуации. Давайте перейдем к следующему слайду. Итак, здесь мы видим те призы, которые мы получаем за создание нашей экосистемы. Я хочу начать с последнего места, с четвертого. Может, вы подумаете, что четвертый приз не очень интересный, но это не так. Смотрите, четвертый приз как раз-таки один из самых важных. И все, что мы будем делать с любовью, это мы получим все, что вы сейчас видите на слайде, потому что это тот путь, который позволит нам получить благодарность за выполненную работу. Здесь я говорю сейчас о тех людях, которые действительно настроены серьезно, которые хотят участвовать в конкурсе и как минимум занять четвертое место. Здесь я хочу уточнить, что для того, чтобы участвовать в конкурсе, здесь участвуют в конкурсе только годовые абонементы.
либо за $300, либо абонемент со скидкой за $150. Если предприниматель участвует в промо-акции, которая будет длиться 2 недели после официального запуска. Как я вам уже сказала, официальный запуск будет предварительно в середине марта. Мы предложим нашим предпринимателям 2-недельную скидку в 50%. То есть все те люди, которые будут участвовать в вебинаре, получат доступ к этой промо-акции. И приобрести абонемент за $150. Поэтому вернемся к нашим призам. Если я являюсь промоутером и за 2 недели предлагаю абонемент со скидкой, у меня есть возможность достигнуть такого результата, как 20 компаний, которые приобретут мой абонемент New Game Business. И тут я получаю 4-й приз – 500 токенов Ugain. Что же это такое, я вам объясню чуть позже. Ну, в двух словах, это тот токен, который мы вам представим в нашей экосистеме, как только получим нужное количество компаний. И все эти компании будут создавать нам очень большой объем продаж. Поэтому сегодня эти баллы вы получаете в подарок, а в будущем они будут конвертированы в монеты, в токены. О ценности этого токена мы поговорим в конце. Когда я продолжаю регистрировать компании, как только я зарегистрировал первые 20, я получаю 500, но если я еще зарегистрирую 20 новых компаний, наша фирма дарит дополнительные 100 Ugain токенов. Но это правило действует только в первый месяц работы, и вы можете зарегистрировать таким образом только 160 компаний. То есть за каждые новые 20 компаний вы будете получать 100 Ugain токенов. Первые два партнера, два самых быстрых партнера, которые зарегистрируют 160 и более компаний в течение первого месяца работы, получат ноутбук Apple. И вы знаете, я уже съездил в магазин, посмотрел на этот ноутбук, так как хочу приобрести его для моего сына. И хочу сказать, что я остался в восторге, и стоит он немало. Поэтому это отличный приз. А давайте сейчас посмотрим на самых упорных, те, которые смогут зарегистрировать 500 и более компаний в течение 3 месяцев. Не забывайте, что не просто зарегистрировать, но эти компании должны приобрести абонемент. 2-й приз, вы видите, это часы Rolex. Это престижный приз, который действительно будет отличной премией за ваш усердный труд. Вы усердно трудитесь, чтобы создать вашу экосистему. И за 3 месяца, если вы будете одним из первых, кто добьется этого результата, мы вас отблагодарим часами Rolex. Но в то же время вы не забывайте, что вы построили невероятную экосистему, которая позволит вам зарабатывать пассивный доход. А для тех, кто действительно участвует во всех наших презентациях, используют по максимуму наши стратегии продвижения и действительно хочет добиться больших результатов и регистрирует в первой линии 1000 компаний за 6 месяцев, он вернется домой с мероприятия, которое мы организуем как раз-таки для вручения призов,
Он вернется домой с Мазерати Гибли. И это действительно отличный приз за хорошую работу. И вы это получили, потому что вы любите то, что вы делаете. Поэтому здесь я хочу вам напомнить, если вы любите ваше дело, значит, вот те призы, которые смогут действительно вам создать нужную атмосферу и дать вам великолепные эмоции. Давайте перейдем к следующему слайду. И здесь что я бы хотел подвести черту. Если я продаю 20 абонементов в первые 2 недели, я заработаю 500 UGAIN токенов. Следующий слайд, пожалуйста. Как только прошли 2 недели, заканчивается промо-акция, и абонемент начинает опять стоить $300. Поэтому я продолжаю работать. 15% от 20 абонементов, и я уже примерно представляю, что я могу зарабатывать как промоутер. Давайте с вами посмотрим детально наши заработки, потому что эти детали очень важны. Переходим к следующему слайду. Я должен быть в состоянии объяснить, что предприниматель также может заниматься рекомендациями. И привлекая 8 магазинов, вы знаете, хватит даже и 7, но я поставила 8, потому что это знак удачи. И эти 8 подключенных магазинов смогут помочь оплатить приложение UGAIN, скажем, покрыть затраты на приложение UGAIN. Если вы сможете объяснить это предпринимателю, давайте посмотрим, что произойдет. Переходим к следующему слайду. Я использую мой код QR для того, чтобы подключать компании. За каждое последующее 20 оплат от компании я буду получать 100 баллов UGAIN токенов, и будет расти моя первая линия. А на следующем слайде мы уже увидим, что я могу зарабатывать. Но перед этим я хочу задать вам вопрос. Хочу посмотреть, насколько вы были внимательны. Сколько баллов UGAIN токен можно получить за первые 2 недели нашей промо-акции, продав 20 абонементов? Напишите мне, пожалуйста, в чате количество UGAIN токенов. В итальянском чате мне пишут 500. Молодцы. Вы были внимательны. Я очень рад, что вы меня слушаете внимательно. И поэтому 500 вы получаете изначально, а затем за каждые 20 новых компаний вы получите 100 UGAIN токенов, пока не продадите 160 абонементов в течение первого месяца с момента официального запуска. И общий заработок составит 1200 UGAIN токенов. Здесь нужно иметь в виду, что если наши промоутеры будут участвовать в обучении и на основе их результатов они также получат баллы на UGAIN токены. Приведу пример. Если вы сдали экзамен на 100% и получили 1000 токенов, значит, ваш общий заработок получается 2200, если вы
Хорошо, поработали в первый месяц с момента запуска, а еще и создали свою сеть из 160 компаний. Давайте перейдем к следующему слайду. Что зарабатывает промоутер? 160. Вы помните, здесь я умножаю на полную стоимость абонемента $300, получаем 48 тысяч, умножаем на 15, так как я уже являюсь агентом, и получаю $7200 прямого бонуса. То есть за ту работу, которую я совершил с моей первой линии. Но если я смог объяснить предпринимателю, что он, подключив еще 8 компаний, может покрывать стоимость своего абонемента, мы видим, что происходит. 160 умножаем на 8 и получаем 1280. И если мы 1280 предпринимателей умножим на стоимость абонемента $300, получаем объем продаж во второй линии, 384 тысячи долларов, умножаем на 8%, это процент второго уровня, я получаю дополнительный бонус в $30720. И здесь я ничего не делал, то есть это работу, которую выполнили мои нижестоящие уровни. Здесь достаточно было передать правильное сообщение и создать экосистему. Поверьте, как только вы за месяц работы все это создадите, еще раз повторюсь, за месяц работу, то с любовью, чтобы достигнуть всех этих результатов, поверьте мне, вы получите очень большой заработок. И плюс у вас будет огромная экосистема, так как 1280 предпринимателей, которые, например, придут к вам вашу структуру за год. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем. 1280 умножить. Сколько клиентов могут скачать приложение в каждом магазине, в каждом из этих 1280? Как вы думаете, напишите мне, пожалуйста, в чате, сколько людей хотят скидки? Получить скидки в этих магазинах каждый месяц. Смотрите. Гипотетически, давайте возьмем минимальное количество. Что за год приложение, наше бесплатное приложение, скачает 1000 человек. Поэтому 1280 – это наши предприниматели, умножаем на 1000 – это количество клиентов. И у меня получается так, что моя экосистема вырастает до 1 280 000. И благодаря третьему бонусу, то есть бонус, который я получаю от транзакций в 5 уровнях, я создаю себе пассивный доход внутри экосистемы. И сейчас попрошу переключиться на последний слайд. Здесь бы я хотела бы вам объяснить, как может вырасти и насколько может вырасти наш Ugain токен. Потому что, основываясь на тех расчетах, которые мы произвели ранее, 1 280 000, это те люди, которые будут использовать мой Ugain токен каждый день, и
И если конвертировать 10 долларов, то есть благодаря моей экосистеме я создаю экономику, скажем, экономику, которая может иметь ценность в 12 800 000. И здесь я привел пример с 10 долларами в месяц. А вы только представьте, если мы сможем достигнуть наших целей, то есть 50 миллионов компаний, а 50 миллионов компаний нам приведут 3 миллиарда клиентов, которые скачают наше приложение. Мы создадим новые рабочие места. Это 90 тысяч промоутеров. Я считаю, что это очень важные цифры. Но не забываем, что я эту работу выполняю с любовью. Я работаю с людьми, которых я люблю. И я достигаю тех результатов, которые я задумал. Потому что я посвящаю себя на 1000%. И я уверен, что благодаря вам, благодаря вашей любви к этому бизнесу, мы сможем достигнуть любых результатов. И даже если у нас не получится получить 3 миллиарда клиентов, 50 миллионов компаний и 90 тысяч промоутеров, даже если этот результат будет чуть меньше, в любом случае мы проживем невероятные эмоции, так как мы любим наше дело. Я благодарю за ваше внимание, благодарю за ваше ценное время и желаю вам хорошего дня, желаю вам хорошей работы. И сейчас я хочу поделиться с вами отличной новостью. Участвуйте в нашем субботнем вебинаре, нашем отчетном вебинаре, потому что мы представим для вас невероятную презентацию, где все мы увидим, где мы все увидим наш глобальный портфель в деле. Мы увидим большие результаты наших проектов. Мы представим очень важные новости, которые касаются предзапуска, потому что дата предзапуска уже определена. Это будет 14 февраля. И этим предзапуском мы дадим огромную, большую возможность нашим промоутерам открыть для себя тот подарок, который подготовила для вас компания. Для всех тех людей, которые хотят работать серьезно, и хотят добиться больших результатов, хотят выиграть призы нашего конкурса, создать свою сеть, а также получить пассивный доход. Я жду вас в субботу, целую всех, обнимаю, и всем большой привет из Италии. Любите все, что вы делаете, и получите большое удовольствие от жизни. Привет всем, привет из Италии, и увидимся в субботу. Пока-пока.